Здравствуйте, дорогие товарищи. Нынешний год для тех, кто создает нашу передачу, и для тех, кто ее смотрит, то есть для членов нашего клуба, был богат путешествиями по нашей стране. Наши съемочные группы отправлялись в этом году и в Среднюю Азию, и на Северный Кавказ, и в Хакасию, и в Архангельскую область. Совершили мы вместе с вами путешествия и по городам Золотого кольца России, и так далее, и тому подобное. И вот сегодняшнее наше путешествие как раз относится к числу таких вот путешествий. Мы отправимся сегодня с вами в Донецкую область, где недавно побывала наша съемочная группа. Донецкая область является одним из наиболее промышленно развитых регионов нашей страны. В конгломерат промышленной этой области входит 49 городов и 134 поселка городского типа. Здесь самая высокая на Украине плотность населения, так что от города до города, как говорится, рукой подать. Но самое отрадное состоит в том, что человек научился здесь жить в согласии с природой. И вот мне думается, что знакомство ваше с столицей Донецкой области, с городом Донецком, как раз будет подтверждением этих вот моих слов. Давайте отправимся вначале в Донецк. Ни одного истинного туриста не надо убеждать, что мир прекрасен. В этом он стремится удостовериться собственными глазами. Но рекомендовать ему взять с собой справочную литературу будет, пожалуй, не лишним, ибо сообщаются в ней сведения крайне интересные. В дореволюционной России любители путешествовать обходили Юзовку, так тогда назывался Донецк, десятой дорогой. Да и впрямь, что им было делать в пыльном и грязном рабочем поселке, который, по авторитетному мнению экспертов, доживал последние дни? В ближайшем будущем город умрет, так как не имеет перспективы развития. Этот безжалостный диагноз был поставлен в 1917 году накануне Великой Октябрьской революции. В старой Юзовке ютилось тогда 30 тысяч человек. Сейчас Донецк населяет свыше миллиона жителей. Один из ведущих флагманов нашей промышленности. Город действительно можно сравнить с кораблем, уверенно прокладывающим свой курс по волнам времени. На его флагштоке развивается стяг эмблем, в котором наряду с контурами шахты терриконов вписаны розы. Именно так и выглядит герб Донецка. Но не вдруг и не сразу город стал таким, каким он предстает взору многочисленных туристов, приезжающих сюда из Сибири, Прибалтики, Средней Азии и Кавказа. Всего несколько десятилетий назад этот привычный сегодня городской пейзаж показался бы старожилам Донецка фантастическим миражом, навеянным жарким степным маревом. Не было здесь и в помине бульваров и парков. Копоть, угольная пыль, горячие испарения терриконов до сроку до времени высушивали на корню жалкую чахлую траву. Деревья здесь не росли, и казалось, все это в порядке вещей. За тепло, за жар, спрятанный в каменной груди солнечного камня, привык человек испокон веков расплачиваться неудобствами и лишениями. От дедов уж так повелось, от прадедов. Время, а точнее сказать, стремление людей сломали этот устоявшийся стереотип и зацвели, залили на улицах и площадях Донецка розы. И хотя стали они для города намного привычнее, чем обыкновенный подорожник, каждодневные встречи с этой пламенеющей красотой не притупили остроту и новизну восприятия. Багряные, желтые, оранжевые, белые, лиловые, 60 цветов и оттенков, розы словно говорят всем своим видом: к нам нельзя привыкнуть, и нами нельзя не восхищаться. Сколько же их в городе? Говорят, что на каждого жителя Донецка приходится по розовому кусту, следовательно, более миллиона. На чьем же попечении находится это царство цветов? Всех без исключения горожан. На субботниках по озеленению города
За ними наперебой ухаживают студенты и учащиеся, химики, металлурги, шахтеры. И розы, как должное, воспринимают все эти знаки внимания, ибо знают себе цену. За успехи, проявленные в экологическом оздоровлении окружающей среды, город был награжден большой серебряной медалью ЮНЕСКО. Красота Донецка от начала и до конца была создана волею и желанием человека наперекор природе, которая уподобилась здесь скупому рыцарю. В своих недрах кладовых она скрывала несметные богатства, набросив на них покрывало степи, лишенные узоров леса, дубрав, озер. Вот почему здесь говорят «посадка», а не «роща», «водоем», а не «озеро». Последние особенно живописны. Стройные пролеты длинных мостов пересекают гладь многих искусственных водоемов. Чаши рукотворных озер, фонтаны, парки, скверы и улицы, обрамленные словно зонтами пышными кронами деревьев, заслоняют горожан от знойного дыхания терриконов, выхлопных газов машин, заводских выбросов. Уже в 1970 году решением Организации Объединенных Наций Донецк был признан одним из самых чистых промышленных центров мира. Особая заслуга в том принадлежит Донецкому ботаническому саду. Именно здесь готовился зеленый десант, который захлестнул, заполнил город, взял штурмом угрюмые терриконы. Это генеральное наступление стало готовиться в 1964 году, с первых же дней основания ботанического сада. Коллективу сотрудников предстояла нелегкая, но увлекательная задача – разработка и внедрение в жизнь нового научного направления – промышленной ботаники. Ну, а испытательной площадкой должна была стать вся область. Ее индустриальный портрет предельно выразителен. Гиганты угольной, химической, металлургической промышленности встречаются чуть ли не на каждом шагу. Процесс урбанизации подходит к наивысшему пределу. 90% населения сосредоточено в городах. Конечная цель – свести до минимума диссонанс между человеком и окружающей средой. Сотни, тысячи растений, как отечественной, так и мировой флоры, были высажены в почву, давно лишенную естественного покрова. Победы и поражения, радости и неудачи – все было на этом пути. Наконец, отобраны виды, найдены те самые корни, которые мертвой хваткой вцепились далеко не в самую гостеприимную землю. Они облагородили ее, выбросили побеги и соцветия, и стала она для них отныне единственной и родной. Все ярче и рельефнее вырисовывалась картина современного, цветущего Донецка. Для ее завершения требовалось положить на терриконы несколько смелых, сочных мазков. Однако поначалу из 150 видов трав, кустарников и деревьев закрепиться на склонах удалось далеко не всем. Слишком велика оказалась сила противодействия терриконов. Терриконы, по сути дела, не что иное, как вулканы в миниатюре. Возвлеченные из глубин земли, а затем вновь спрессованные породы, происходят сложные процессы. Температура внутри терриконов нередко превышает 1000 градусов. Из фумарол вырываются ядовитые газы и испарения. Вместе с охранной зоной эти двойники египетских пирамид занимают 22% всей территории Донецка. Непозволительная роскошь для города со столь стремительно растущим населением. Тогда-то архитекторы и выдвинули новый смелый проект – охладить рукотворные вулканы и превратить их в строительную площадку для возведения 9- и 16-этажных домов. Все идет к тому, что Донецк дня завтрашнего станет притягательнее для туристов вдвойне.
Ну, а теперь, после того, как вы познакомились с Донецком, можно совершить и путешествие по Донецкой области. Не следует, наверное, забывать, что Донецкая область – это ведь не только промышленность, это не только Донбасс, не только всесоюзная кочегарка, как некогда Донбасс называли. Это ведь великолепная и во многом рукотворная природа. Это великолепные заповедники и заказники, которые окружают многие города. Это множество памятников истории и культуры. И вот сейчас мы вас познакомим с Донецкой областью. Наша съемочная группа прошла с юга от Азовского моря к северу до Северского Донца. И таким образом вы получите полное представление о Донецкой области. Тем более, что вот на этом пути мы пересекаем множество туристских маршрутов, которые проходят по этой области. Азовское море. Самое маленькое по площади и самое мелкое. Наибольшая глубина не превышает 14 метров. На этих песчаных берегах пересекались пути дороги ни одного рода племени, поэтому и называл его всяк по-своему. Скифы – Карачулаком, Рыбным морем, римляне – Меотическим озером. В древнерусском языке звалось оно морем Сурожским. Азовским его нарекли после 1696 года, когда Петр I отвоевал у турок крепость Азов. Знакомство с ним начинается в Жданове, где туристов ждет экскурсия на катерах вдоль побережья. Она проходит под девизом «Богатство Азовского моря». Это не только встреча с уникальным морским бассейном, но и проблемный, серьезный разговор о его прошлом, настоящем и будущем. Столетиями Азовское море было доброй нивой для людей, кормившихся от его щедрот. Морские пахари шутили, что рыбы в нем больше, чем воды. И действительно, уловы здесь были рекордными. До одного центнера брали с гектара моря. Наивысший показатель для водоемов нашей планеты. Чистая, почти пресная вода хоть жажду утоляет. Рыба, которая словно сама просится в руки, ловить ее не переловить. И казалось, так будет вечно. Никогда не иссякнут. Не оскудеет этот сказочный садок изобилия. Но шло время. Росло население, расширялась промышленность, сельское хозяйство, курортная зона. Всем нужна была пресная вода, и ее брали, не считая, не задумываясь. Тогда-то и пришла беда. Волны Черного моря хлынули к Азовским берегам. Засоление Азовского бассейна поставило под угрозу среду обитания многих ценных пород рыб и резко снизило их количество. На помощь морю пришли ученые Москвы и Одессы, Ростова и Керчи. Спасение моря, его рыбных запасов стало делом общегосударственной важности. И результаты не замедлили сказаться. Стадо осетровых, которое в прошлом уменьшилось до критической точки, сейчас насчитывает свыше 20 миллионов особей. И ученые разрешают промышленный лов, конечно же, в разумных пределах. Прощаясь с людьми, чья жизнь и работа неотделимы от судьбы Азовского моря, мы разделяли их оптимизм и уверенность быть морю чистым, быть морю рыбным, как и встать, верой и правдой служить человеку. Кривая коса. Нечего и говорить о том, что мы стремились побывать здесь в первую очередь. Узкая полоса суши, словно клинок казачьей сабли, на 9 километров врезается в море. В этом старинном русском поселении родился полярный исследователь Георгий Седов. Отсюда у сына азовского рыбака, в 14 лет научившегося читать и писать, началась дорога в бессмертие.
Завидное упорство и характер проявил юноша, сумевший за 7 лет окончить школу, мореходные классы и получить диплом штурмана дальнего плавания. Экзотика южных морей, пальмы, коралловые острова – нет, не они манили Седова. Трудами русских в историю исследования Севера записаны важнейшие страницы. Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера. В этих словах, словно в сжатой пружине, заключена вся его жизненная устремленность. Русский Север ждет серьезного и планомерного изучения. Освоение Северного морского пути жизненно необходимо для России. С такими статьями и докладами выступает Седов, пытаясь привлечь внимание к идее организации первой русской экспедиции на Северный полюс. Царское правительство демонстративно не слышит Седова. На просьбу о финансировании отвечает категорическим отказом. И все-таки экспедиция состоялась. Она снаряжается на частные средства и пожертвования. В трюмы корабля загружаются продовольствие, которое окажется испорченным и непригодным для еды, истлевшая одежда. В тех невыносимо трудных условиях, в которых окажется экспедиция, все это повлечет за собой вспышку болезней, вслед за которыми пожалует и Цинка, ее жертвой окажется и Седов. Быстротечно, словно метеор кадры хроники, но и за это ей великое спасибо. 27 августа 1912 года Архангельск провожал участников первой русской экспедиции к Северному полюсу. Зачитанные приветственные телеграммы, и в том числе от знаменитого полярного исследователя Амундсена, отзвучали бравурные марши оркестра, и святой Фока отчалил от пристани. 12 сентября Фока берет курс на землю Франца Иосифа и вскоре оказывается в круговерти дрейфующих льдов. Вырваться из этой ловушки на большую воду не удается, и корабль вынужден стать на длительную зимовку. Она будет продолжаться долгих 352 дня, полных лишений, тягот и невзгод. Но Седов не собирается сдаваться. Он готов воспользоваться минимальным шансом, чтобы продолжить начатое дело. 19 сентября льды вновь принуждают экспедицию встать на вторую зимовку. На борту свирепствует Цинка. Не обошла она стороной и руководителя похода. И, тем не менее, Седов с двумя матросами-поморами, уже будучи тяжело больным, на санных упряжках отправляется к Северному полюсу. Смерть настигает его в пути. Отечественная наука высоко оценила подвиг первопроходца. Именем Седова назван мыс и ледник на земле Франца Иосифа, два залива и пик на Новой земле, один из архипелагов Северной земли, остров в Баренцевом море, бухта на острове Вайгач. К 110-летию со дня рождения Георгия Яковлевича Седова в поселке, носящем его имя, будет открыт мемориальный музей. А пока экспонаты размещаются в Доме культуры, на сегодняшний день почтить память Седова уже пришло 700 тысяч человек. Морскими воротами Донецкой области величают город Жданов. До революции звался он Мариуполем. Жизнь вел тихую и смирную. Богател купеческим родением, бойко торгуя зерном, рыбой, пенькой и дегтем. На его рейде бросали якоря даже крупные иностранные суда. До постройки железной дороги сюда ежегодно прибывало, пыля по степным дорогам, до 50 тысяч чумацких вазов. Бурное развитие угольной и металлургической промышленности в Донбассе во второй половине 19 века внесло оздоровительный импульс в историю заштатного городка. Вместе с ростом заводов и фабрик рос и мариупольский пролетариат, из рядов которого вышло немало представителей революционного движения в России. Имя одного из них, Жданова, видного деятеля коммунистической партии, он носит и сегодня. Обо всем этом туристы узнают, совершив ряд экскурсий по историческим и памятным местам города. В Мариуполе жил и творил замечательный художник, потомок греческих колонистов, Архип Иванович Куинджи. Он был поэтом русского пейзажа, подарившим живописи силу, глубину и очарование света. Сюжеты его картин связаны с родными местами. Эта магия света оказывала на современников
ошеломляющее воздействие. «Положительно, я не помню, — писал поэт Полонский, — чтобы перед какой-нибудь картиной так долго застаивались, и чтобы, наглядевшись на полотно, расцвеченное красками, выносили такое невероятное впечатление». Признание пришло к художнику в Петербурге на необычной выставке. Выставке одной единственной картины «Ночь на Днепре». Часами люди простаивали на лестнице, чтобы попасть в зал, и застывали перед ней, словно завороженные. Русская пейзажная живопись с ее национальным колоритом, простотой и скромностью, и вместе с тем могучей силой воздействия покоряла сердца и души людей. Донецкую область сегодня трудно представить себе без туризма. Здесь есть все необходимое для него. Целебное море и интереснейшие истории, полноводные реки и густые леса, прекрасный климат и замечательные памятники природы и искусства. Как правило, люди, побывавшие в этих местах, совсем по-иному узнают Донбасс. Он открывается перед ними не только как крупнейший промышленный центр страны, но и как край прекрасной природы, где можно по-настоящему отдохнуть. Пляжи и курорты Приазовья привлекают все больше отдыхающих. Азовская вода обладает целым рядом целительных свойств. Купание в ней укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение, усиливает дыхательную функцию организма, иначе как панацеи ее и не назовешь. Широкая сеть санаториев и здравниц – это и настоящее, и будущее содружество человека и Азовского моря. Любая республика, область в нашей стране многонациональна по своему составу. Донецкий край не является исключением. В конце 70-х годов 18 века крымские греки обратились к Екатерине с просьбой принять их в свое подданство. Царица поручила вывести греков из Крыма. Потемкин возложил эту миссию на Суворова, и 21 сентября 1776 года полководец рапортовал: «Вывоз крымских христиан закончен». Однако греки плохо переносили местный климат, и они вновь попросили Екатерину поменять им место жительства и предоставить им земли в Приазовье. Своим новым поселением греки давали название тех крымских мест, выходцами откуда они являлись – Ялта, Урзуф, Бахчисарай, Сартана. Одно из таких поселений – поселок Приморское, Новоазовского района Донецкой области. Здесь, на этой древней земле, помнящие набеги кочевников и разудалую казацкую вольницу, раскинулись ныне угодья колхоза-миллионера имени Карла Маркса. Помимо греков, которые составляют основной костяк его населения, здесь живут и трудятся в единой и дружной семье русские, белорусы, украинцы. Постоянный участник всех торжеств – фольклорный ансамбль песни и танца «Сартанские самоцветы», солистом которого от 7 до 70 лет. В его репертуаре греческие народные песни и танцы, которые артисты исполняют с большой любовью и мастерством.
Наше путешествие продолжается и, в конце концов, выводит на самую заветную тропу. Туристский маршрут по заповедным местам Приазовья. Невольно вспоминается Чехов. Едешь час-другой. Попадается на пути молчаливый курган-старик или каменная баба, поставленная Бог ведает кем и когда. Бесшумно пролетит над землей ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинает чудиться торжество красоты, молодости, расцвет сил и страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. Этот таинственно-пленительный образ, навеянный писателю степной дорогой, можно смело отнести и к Хомутовской степи. Другой такой уголок вряд ли где и найдешь. Недаром во время съемок своего фильма «Степь» режиссер Бондарчук выбрал для натурных кадров именно эти места. Но если мы отвлечемся от эмоций и вернемся в мир фактов, то необходимо сказать в первую очередь о том, что Хомутовская степь занесена в специальный реестр ООН. Здесь проводятся систематические научные исследования в рамках международной биологической программы. Чем же вызван к ней столь пристальный интерес? Дело в том, что Хомутовская степь – это малая часть необозримого некогда дикого поля, древняя, тысячелетиями непаханная земля. В ее активе 559 видов растений, среди которых немало редких и эндемичных видов. Они стали неприкосновенным, строго охраняемым генофондом нашей природы. Перед другим заповедником, который лежит на нашем пути, каменными могилами, стоят аналогичные задачи. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР об охране памятников природы, садов и парков, который подписал Владимир Ильич Ленин, Великонадольский лес был объявлен неприкосновенным и подлежащим строгой охране. Еще в прошлом столетии известный русский ученый и лесовод Турбский писал: «Надо быть на месте, надо видеть собственными глазами Великонадольский лес, чтобы понять величие дела степного лесоразведения, составляющего нашу гордость. Никакими словами нельзя описать того удовлетворительного чувства, какое вызывает этот лесной оазис среди необъятной степи». История отечественного степного лесоразведения началась 31 октября 1843 года, когда поручик корпуса лесничих Виктор Егорович Граф высадил в питомнике возле балки Кашлагач первые семена дуба, ясеня, клена. Уже в 1845 году были проведены первые искусственные посадки леса. Вырастить лес в сухой и безводной степи было делом чрезвычайно трудным, и не заглохло оно только благодаря упорству и вере в успех русского лесовода. Несмотря на все сложности, под руководством графа были созданы те 157 гектаров насаждений, которые и стали фундаментом Великоанадольского леса. В 1856 году Виктор Егорович становится профессором Петровско-Разумовской земледельческой и лесной академии. Через два года ученого-подвижника не стало. Его дело продолжили друзья и соратники. В 1910 году на средства, собранные общественностью, был сооружен памятник Виктору Егоровичу Графу из черного гранита и установлен на главной аллее созданного им леса. Рассказывает Юрий Михайлович Азбукин, заслуженный лесовод Украинской ССР. Великоанадольский лесной массив – это старейшие лесные насаждения юга Украины. Не является колыбелью степного лесоразведения. В настоящее время мы превратили степь
лесную зону. У нас в лесу обитают различные звери, около 40 видов птиц. Имеются лоси, дикие кабаны, косули, лисиц много, зайцы имеются. Ну, если взять в целом по степному разведению, то Виктор Егорович Граф проработал 23 года в Великанадоле. Хотя и создал небольшой по объему, по нашим временам, небольшой, на небольшой площади лес, но с большими трудностями приходилось его создавать. Он оставил себе замечательный памятник. Лесоводы работают на будущее. Как правило, они результаты своего труда не видят. Вот Виктор Егорович Граф нет, а благодарный народ вспоминает его. Ну, Великодольский лесной массив является объектом опытной работы, проводятся опыты. Ведь раньше доказывали, что в условиях степи могут расти до 80 лет лесные насаждения, а мы имеем же 100-летние насаждения. Это является излюбленным местом отдыха всего Донецка. К нам приезжают шахтеры, химики Донецка, Жданова, Горловки, Макеевки. Великоанадольский лесной массив разросся сегодня до неузнаваемости. Его территория составляет ныне 2727 гектаров. И стал он вечной памятью несокрушимости и несгибаемости человеческого духа. Прошло более 100 лет, но шумит лес, и среди молодой поросли еще живы деревья, которые помнят теплоту рук Виктора Егоровича Графа. Дороги Донеччины приводят нас в город Артемовск. 400 лет назад на этом месте была воздвигнута порубежная крепость Бахмут, передовой форпост, охранявший южные границы молодого московского государства. В 1701 году Бахмуту даруется городское право. Однако город будет вскоре сожжен царскими войсками за участие в восстании Кондратия Булавина. Затем город отстраивается вновь и постепенно становится торговым центром на путях к Азовскому морю. Ныне город носит имя Артема Федора Андреевича Сергеева, пламенного революционера, большевика-ленинца. История не есть достояние лишь дня вчерашнего. Она творится ежечасно. И жители Артемовска совсем недавно заполнили еще одну главу в событийной хронике своего города. Это был праздник, и праздник необычный. Признаемся сразу, нам не довелось побывать на нем, но наши коллеги с украинской студии телевизионных фильмов его запечатлели. Попробуйте отгадать, на какое же торжество столь радостно и приподнято собрался весь город. Это праздник семьи. Невесты и женихи, новобрачные, дети и родители, убеленные сединами бабушки и дедушки, которые наверняка уже справили серебряную, а возможно, и золотую свадьбу. Празднику семьи предшествовали праздники дворов, улиц, семейных огоньков. К чему стремились устроители этого праздника? Они хотели еще раз подчеркнуть престиж и авторитет родителей в семье, святость домашнего очага.
У этого праздника есть начало, но он может продолжаться всю жизнь. И зависеть это будет от каждого из нас. Ибо это праздник семьи. Степь не тропики, в которых, как говорят, достаточно воткнуть палку в землю, и через несколько дней на ней появятся листья. В степи каждый саженец надо взлелеять, выпестовать словно ребенка, и уж только потом отправить его в самостоятельную жизнь. В этом мы убедились еще в Донецком ботаническом саду, когда на свой несколько наивный вопрос, какое растение здесь самое необычное, получили обескураживающий ответ. Все без исключения. Ведь ни одно из них в степи не растет. Поэтому, оказавшись на Артемовской станции садоводства, мы больше смотрели, слушали и понимали, как нелегко все это дается. Взять те же саженцы фруктовых деревьев и прививки, и удобрения, а главное, много-много воды. Зато и вырастают они потом вот такими красавцами, назло суховеям, на радость людям. Приходилось видеть и поля маков, и склоны гор, усеянные жарками. Но чтобы от горизонта до горизонта одни только розы, не случалось. А здесь ведь их не только выращивают, но и выводят новые сорта и разновидности для всех других городов Донецкой области. Узнав о существовании маршрута в окрестностях Артемовска, который так и называется «Геологическое прошлое Донецкого края», мы поспешили навстречу со сказочным миром его природных кладовых. Металлическая клеть опустила съемочную группу клуба путешественников в соляную шахту на глубину 300 метров. Здесь добывается лучшая в мире соль. Запасы ее поистине колоссальны. 50% добываемой в стране соли приходится на эти белоснежные кристаллические залежи. Современная мощная техника облегчила труд шахтера. И теперь, когда соль стала такой обычной на наших столах, невозможно представить себе, что некогда эту соль ценили на вес золота. Дорога уносит нас все дальше и дальше. Мы уже на севере Донецкой области. И здесь природа не перестает нас удивлять новыми сюрпризами и откровениями. Она дарит нам радость встречи с бурной Порожской рекой, которая словно по ошибке предпочла степные просторы горному каньону. Мы приближаемся к конечной цели нашего путешествия. На нашем пути города Славянск и Славяногорск, расположенные на севере Донецкой области. Края эти чрезвычайно богаты солеными озерами и, образно говоря, не на глине, а на крепком соленом растворе замешивались здесь города.
Город Славянск возник у Торских соленых озер, когда обосновавшиеся здесь соливары, страдавшие от частых набегов кочевников, обратились к царю Алексею Михайловичу с просьбой построить острог и поставить казенную варницу. Однако острожек пал при очередном натиске врага, и тогда московское правительство взялось всерьез за опеку доходного промысла. В 1776 году сюда на жительство были приглашены воинственные черкесы. Основан город и крепость Тор. Впоследствии Екатерина II решила упразднить крепость в силу падения ее военного престижа. Город был переименован в Славянск. Это имя он носит и сейчас. Бывал в этом городе Михаил Васильевич Ломоносов. Пешком из Воронежа пришел Горький и зарабатывал на жизнь, трудясь на железной дороге. Отсюда более 100 лет назад выпустил свою песню-птицу поэт Петренко. И где только теперь не звучит ее грустно взволнованный запев «Дивлюсь я на небо». То ли повезло больше всех Славянску, то ли баловнем он был у природы, но город она одарила своими щедротами на славу. Есть здесь и река, есть и озера, все условия для курорта. Впервые как здравница, широко и открыто доступная всем, эта курортная местность стала таковой только в советское время, в 1922 году. Ежегодно приезжают сюда отдохнуть тысячи металлургов, машиностроителей, химиков, горняков. Туристов здесь тоже не перечесть. Влекут и манят их живописные окрестности, обилие зелени, чистота воздуха. Лечили здесь и раньше, но это был небольшой пансионат исключительно для богатых людей. А известность принесла ему Рапа и грязь озер, расположенных в долине реки Казенный Торец. Их целебные свойства впервые открыл врач Яковлев в 1827 году и провел первые курсы восстановительных процедур. Уже в начале нашего столетия на международной бальнеологической выставке в СПА «Бельгия» образцы грязи с Лепного озера были удостоены высшей награды врачебного жюри – большой золотой медаль. С того времени Славянск стал в один ряд с такими известными курортами, как Висбаден за рубежом или Старая Русса и Куяльник у нас. Говорят, что воспоминания согревают людей, и это действительно так. Рано или поздно, но каждый из нас будет нуждаться в этом умиротворяющем тепле. Так вот, чтобы на склоне лет эта палитра прошлого продолжала сиять всеми цветами радуги, вливайтесь, пока не поздно, в многомиллионное братство туристов. Ароматы полей и лесов, дымки костров, марш-броски с рюкзаками на плечах от одного чуда природы к другому – все это останется с вами навсегда. Это есть эликсир молодости. Панацея на все случаи жизни. Однажды Алексей Максимович Горький сказал: «Самая высшая красота там, где встречаются две природы, естественная и созданная человеком. Этот синтез мы и увидели на земле Донецкой». Thank you.
Как часто отправляясь по тому или иному туристскому маршруту, мы даже не задумываемся о том, что совершаем, по сути дела, путешествие в машине времени. Вот вам наглядный тому пример. Последуем мысленно вслед за этой лодочной флотилией, отправляющейся в плавание по Северскому Донцу. Много миллионов лет назад на этом самом месте плескалось древнее внутриконтинентальное море. Климат был влажным и теплым. Берега покрывала пышная тропическая растительность. Шло время. Вымершие морские животные и растения создавали осадочные горные породы, мел и известняк. Появилась и оформилась долина современного Северского Донца. Вздыбились меловые утесы, и на них поселилась реликтовая меловая сосна, дошедшая до наших дней. История Славяногорска и его здравниц – последний туристский маршрут нашего путешествия по Донецкой области и один из самых насыщенных по впечатлениям. В 1922 году по инициативе вожака донецких большевиков Артема город становится шахтерской здравницей. Здесь были созданы первый в республике пионерский лагерь и Всеукраинский дом отдыха. А на самих меловых утесах, прозванных народом горами Артема, словно памятник революции, встал над городом и сам Артем Сергеев. В железобетонных ритмах гигантского монумента скульптор Кавалеридзе воплотил яростный жизненный пафос Артема, выдающегося трибуна и организатора масс. Рядом с памятником Артему мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны, памятник лейтенанту Камышеву. Во время ожесточенных боев лейтенант Владимир Максимович Камышев пробрался чуть ли не в тыл врага и с вершины дуба корректировал огонь наших батарей. Фашисты несли тяжелые потери, но вскоре они обнаружили наблюдательный пункт Камышева, и вражеский снаряд срезал верхушку дерева. Многими подвигами и жертвами освящена эта земля. Поэтому и дорога она, и близка нашим сердцам. Слово директору Славяногорского историко-архитектурного заповедника Владимиру Николаевичу Дедову. В историко-культурной биографии Донбасса большое место занимают памятники истории и культуры города Славяногорска. Всего насчитывается 21 памятник истории архитектуры, которые представляют, и что очень важно, по существу все периоды истории нашего народа. Безусловно, большой интерес представляют памятники архитектуры 17-19 веков бывшего Святогорского монастыря. Создание заповедников, если это касается крупных архитектурно-исторических комплексов, является наиболее эффективной формой охраны и полезного использования памятников. Ведь часто бывает, что после реставрации памятников нет полезного его применения. В системе заповедника решается одновременно вопрос и реставрации, и полезного использования. Скажем, у нас в Славяногорске сейчас линия следующая. При реставрации памятника одновременно и их обустройство, приспособление, скажем, под экспозиции, или археологические, или этнографические, или какие-то фотовыставки и так далее. Донец видел Игоря. Может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетым словом о полку Игореве, это была моя давнишняя мечта. Иван Бунин. Я видел Соловецкие острова с Анзерской горы, Заволжье с откосов Нижним, Заднепровье с Киево-Печорских высот,
целое море Балкан с орлиного гнезда на Святом Николае, счастливые долины Гирловского султанства с Дервиш-горы. Но если бы мне теперь еще раз пришлось полюбоваться на эту громадную картину с меловых скал Святогорских, я, несомненно, многое забыл бы ради нее. Писатель Немирович Данченко, брат известного режиссера. Место необыкновенно красивое и оригинальное. Монастырь на берегу Донца. У подножия громадной белой скалы, на которые, теснясь и нависая друг над другом, громоздятся дубы и вековые сосны. Кажется, что деревьям тесно на скале, и что какая-то сила выпирает их вверх и вверх. Сосны буквально висят в воздухе, и того гляди, свалятся. Кукушки и соловьи не умолкают ни днем, ни ночью. Антон Павлович Чехов. Каким могучим импульсом входила эта природа в сердца и души людей, и каким стократным эхом отзывается она в литературе нашей. Наверное, это и есть то самое чувство Родины, без которого нет и не может быть счастья человеку на земле. Беречь свою природу и хранить наследие предков должны мы, как зеницу ока. Ну вот, наше путешествие по Донецкой области подошло к концу, и хотелось бы надеяться, что ваши представления, ваши знания об этом районе нашей страны во многом расширились и, быть может, в какой-то части изменились. Хотелось бы сказать о том, что тем, кто пожелает пройти по туристским маршрутам Донеччины, им следует обратиться в Донецкий областной совет по туризму и экскурсиям. К слову сказать, в 1985 году по туристским тропам Донецкой области прошло 2 миллиона 110 тысяч человек. Мы прощаемся с вами, благодарим вас за внимание, всего доброго, до свидания, до новых встреч.